Вместо заброшенной и захламленной рощи красивый благоустроенный сквер появился на улице Гороховецкой. Сквер был построен в рамках программы формирования комфортной городской среды. Всегда мы думали о том, что вот это место так нуждается в благоустройстве, потому что раньше здесь был бедлам. Заросли, сплошные заросли, где собирались не очень благополучные элементы. Здесь были у них как лежбище какое-то. Вот сейчас мир дорого посмотреть. Дети сразу оценили эту территорию. Много посетителей, много ребятишек. Ребятки довольны, тренируются на снарядах. Я участвовала в общественных слушаниях. Были противники, были сторонники, которые за. Мы принимали вот данный проект, данные вот постройки, как бы утверждали, общим голосованием. Здесь у нас уже сделано 4 пространства в рамках ФКГС. Все они очень востребованы. Жители очень довольны. Все пространства без исключения пользуются спросом. И самое главное, что как и вот это пространство обустроено, оно рассчитано на все возраста.